Здравствуйте, дорогие друзья! Это стихотворение называется «Подмостки». Не молодой, еще не старый, блещу я на подмостках бара. Возраста среднего, друзья, его не замечаю я. Я выступаю каждый вторник, не пленник вовсе, не затворник. Все, что хочу, я говорю, народу красоту дарю. Вот новый вторник наступает. А что же он мне предвещает? То поражение или успех? Фонтаны слез или громкий смех? Спасибо. Приходите на мои выступления каждый вторник. 5043 ВНС. Кто в Лос-Анджелесе находится? Ресторан называется «Коркиз». Я там с 8 до 9:30 вечера. Увидимся. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Жду. Удачи всем.